Радио «Вера» представляет. Сегодня, 29 августа, Церковь вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа, священномученика Стефана Хитрова, священномученика Александра Соколова. Сегодня также праздник иконы Божией Матери Феодоровской Костромской. Нерукотворный образ Господа нашего Иисуса Христа – одна из святынь христианского мира. По преданию, во времена проповеди Спасителя тяжко заболел правитель сирийского города Едесса Авгарь. Не видя Христа, Авгарь поверил в Него как Сына Божия. Он написал Ему письмо и попросил об исцелении. С письмом Авгарь отправил живописца Ананию. Ему было поручено написать портрет Спасителя. Анания пришел в Иерусалим, но из-за толп, окружавших Христа, не смог подойти к нему. Внезапно Христос сам подозвал художника и передал ему ответ для Авгаря. В нем он пообещал прислать ученика, чтобы исцелить правителя. Затем он попросил принести воду и полотенце у брус. Он умылся, оттер лицо и на полотне запечатлелся его божественный лик. Анания передал в Едессу письмо и убрус. Правитель Авгарь получил исцеление от святыни. Он написал на нерукотворном образе слова «Христе Боже, всякий, уповая на Тебя, не постыдится». Много лет образ хранился в нише над городскими воротами. В VII веке Едессу заняли арабы. В 944 году византийский император Константин Багрянародный выкупил у них святыню и с почестями перенес в Константинополь. 29 августа церковь вспоминает это событие. Русские войска не раз принимали участие в сражениях под знаменем с нерукотворным ликом Спасителя. В народе праздник получил название «Третий Спас» или «Спас на холсте».